Добрый день, друзья. Итак, сеть Scroll. Выполняем активность. Очередной L2 решение с крупной фондой на борту. Может быть, сделаем, посмотрим, как видео наберет просмотры, сделаем полный обзор этого проекта, какая фонда стоит, почему оно крутое решение, использует ZKP. То есть вывод средств будет очень быстрым и безопасным из-за того, что Zero Knowledge решение используется. Ну, если сравним с оптимизмом, ролапами и арбитром оптимизма. Значит, первая активность сейчас официально можно залутать NFT девелопера за деплой смарт-контрактов. Значит, что делаем? Взяли аккаунт, создали по ревке на OKX, если есть любую, используйте биржу. Ну, мне кажется, на OKX адекватная комиссия. Вывели эфир свой на MetaMask. И бриджим. Я рекомендую бриджить. Куча гайдов. Гайд оставлю еще один от криптонов, которые сделали тут куча вариантов. Три или четыре. Три, наверное, да, по деплою. И я не заморачиваюсь, потому что это не суть так важно. Да, если мы еще и мультячим, нам надо оперативно и быстро сделать так эту активность. Значит, на бридж зашли, у меня не хватает комсы 0.014, и это вот один момент какой, что ловите гвей, потому что сейчас мы посмотрим. Какой гвей сейчас пишет, ну, побыстрее на CoinMarketCap быстренько найдем. О, 66, да, то есть понятно, что с таким гвеем лучше официальным бриджом не пользуйтесь. С утра встанете, там 25 гвей, баксов 15 заплатите. Если словите ниже, ну, друзья, сейчас мини-бычка, понятно. Эфир улетел, Виталик зарабатывает на нас, на хайпе. Поэтому баксов 15 будет стоить перенести эфириум ту скролл. Вы когда переведете, там 20 минут подождете, у вас появится такая штучка. Сейчас вы посмотрите. Можете сразу после приема сделать виздроу. Так, для активности какой-то. Так, это я уже виздроу просто показываю, что у меня фонды есть на скролле. 52 цента за виздроу попросили. Так, для активности. И, значит, самая основная активность это стать девелопером, так скажем, и получить NFT. Основное, конечно же, нужно успеть до 10 условно утра, ну, 9 GMT указано, значит, до 10 условно надо успеть ноября сделать деплой и получить NFT. То есть первое это Quantic будет, потом Quartic и Кубик. Кто сделал в течение 60 дней от Genesis блока. На Genesis блок был 10 октября. Так что, да, поспешите, поактивничайте. Значит, я способ выбрал через Меркли делать. Вот здесь вот есть deploy контракт. Вот базик контракт. Нам не надо углубляться, чтобы минимум комиссии сделать. Сделайте вот так вот, deploy нажмете. Это делается 2 секунды. Депло сделали. Вот подождем. Для чего мы делаем? Еще раз повторяюсь. Во-первых, недавно был Genesis блок, недавно заработала сеть. И это все, возможно, оценится. Ну и можете повзаимодействовать там за 6 центов. Просто показать, что у вас он, ну, есть так, да. И потом проверите свой, ну, вот оно, взаимодействие произошло, свой контракт. Вот осталось 33 дня для этой программы. И вот здесь вот check eligible проверите. Все, и будет у вас you are eligible to mint the NFT comeback on 15 декабря. То есть вернитесь 15 декабря. Вот такой вот мини-гайдик. Если будут залетать эти видео по активностям, если вам понравится, буду больше и больше делать, стараться, упор на активности, на аирдропы, на ретродропы. Хотя на канале тоже полно видео было. Все, друзья, тележка, YouTube. И ждите дальше новых видео.